Друзья, мир вам, приветствую вас. И хочу сегодня поделиться словом, это послание к римлянам, 1 глава, 8 стих. Апостол Павел, он говорит: «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». И я верю всем моим сердцем, что вера – это нечто осязаемое, вера – это то, что мы можем осязнуть. И сегодня немножечко в другом формате хотел бы сделать это видео. Я бы хотел задать вам вопрос. Могли бы вы написать внизу, а как вы считаете, каким образом вера может реализовываться именно в вашей жизни? Что вы считаете, как это можно увидеть на делах, в обычном ходе жизни? Бог да благословит каждого из вас. Я на самом деле, я благодарю Бога, что вера, она возвещается через вашу жизнь. Ну, пожалуйста, найдите время, чтобы написать коммент. Благословение вам. Аминь.